Бабуль, а ты видела, какая большая шея у жирафа? Он такой огромный, что может достать до неба. Ты моя фантазерка. Бабуль, пойдем еще погуляем. Ну ладно, давай еще погуляем. А куда мы пойдем? Мы пойдем с тобой в одно замечательное место. Вот оно, это замечательное место. Бабуль, а что это? Это храм святой блаженной Ксении. Она небесная покровительница нашего города. Вот на этом месте стоял дом, где Ксения жила со своим мужем, Андреем Федоровичем. Он был военным и пел в церковном хоре. Они были очень счастливы. Но однажды пришла беда. Андрей Федорович внезапно умер, и не успел он покаяться перед Богом. Господи, помилуй, прости мою душу грешную, возьми меня, Господи, но не забирай Андрюшу. Прасковья, скорее сюда! Умерла моя Ксения, а я, Андрей Федорович, жив. Буду еще долго жить, буду жить вечно. Бедный Андрей Федорович осиротел. Дом, Прасковья, я тебе подарю. Вещи сегодня всем раздам, а деньги в церковь снесу. Молитесь об упокоении души рабы Ксении. И полна моя милая, не дело говоришь, где сама жить будешь? А Бог не оставит меня, пусть воля его будет. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Не делайте мне зла, злоба людская мучает меня. Когда я вижу доброго человека, я радуюсь. Вот ты тут сидишь, а тебе Бог сына послал. Беги, беги скорее на Смоленское кладбище. Спасибо, спасибо тебе, Ксенюшка. Больше всего храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Возьми пятак, тут царь на коне, потухнет. Много тебе вынести придется, но ничего, ничего, устоишь. Ох, устал я сегодня. Сегодня поднимаюсь наверх, а там кирпичи сложены. Кто-то за меня принес. Наверное, сам натаскал и не помнишь. Да вот тебе крест, не я. Андрей Федорович, это ты? Ну что ж ты кирпичи тяжелые носишь? Так радостно, ведь храм строится. Куда идешь, Андрей Федорович? Уезжаю я. Далеко. Пора мне. А, ну прощай. Кто меня знал, да помянет душу мою для спасения своей души. Он
мази святая, блаженная мать Ксения, младенца светом святаго крещения озарите и печатью дара духа святаго запечатлете, отроки одолите, верите. А мы сходим в часовенку? Конечно, Ксения, сходим. Но воочию видим блаженную нищую духом. Вот бы нам научиться так Бога и ближних любить. В этом мире огромном, усталом, безлюбом, безлюдном, где робеет тепло и все толще становится лед. Но блаженная Ксения тихо в сиянии чудном полубоса бредет и молитву как угри несет. Но блаженная Ксения в тихом сиянии чудном полубоса бредет и молитву как угри несет.